супруга Бурака Швита сделала заявление для прессы. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили о скандале в семье Швит. Согласно сообщению изданий, знаменитый актер и его супруга разорвали отношения с сестрой Бурака, Фахриевичем. Бурак Швит и Бурчун заблокировали друг друга в соцсетях и прекратили личное общение. После распространения подобной информации, Фахриевичен сделала следующее заявление: «Я в хороших отношениях с сестрой супруга, и распространенная информация не соответствует действительности. Да, удалила в соцсетях ее профиль, но лишь потому, что он не являлся активным», сказала звезда. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии. На комментариях напишите, кого из звезд хотели бы увидеть на следующем видео.